А я играю в свое удовольствие. Если бы не было удовольствия, я бы не играл. Спасибо большое, спасибо. Ну и, наверное, без стрима бы я бы тоже не играл. Я недавно с Макичем играл без стрима. Просто потому что захотелось. Знаете, вот такое бывает прям. Просто хочется поиграть и все. С армией будет, а у тебя уже будет 500к подписчиков. Ну, вот, дай бог. Мишкари Драгон 7200 пи зажимаю нормально, но мне всегда не хватает. Будто, да, ты в точку жмешь все четко. Прям так приятного тебе, Игнат. Спасибо, спасибо большое. Спасибо за полтосик. Опыт, опыт. Сейчас, он на втором сидит этаже. Я его видел. Нормально, чел отлетел. Чел за домом у меня прыгает. Тут же нет окна, да? А то я не знаю просто. Вышло, а тут окно какое-нибудь. Вот так, ну слушайте, у меня на самом деле бодрый лут. Я бы даже назвал его очень бодрым. Я вижу этого чела. Сейчас его со снайпы. Вот так сделаем. Короче, надо на 1000 переходить. Его убили. Пополз спецназ. Я онли стримами занимаюсь, ребят. Где-то уже полгода, наверное. Стримы, семья. Вообще семьянин. Я его как-то вот тут вот могу увидеть так. Я даже не знаю, как к нему тут подобраться так, чтобы его убить. Возможно, вот. Блин. What the fuck. Ну ладно, на. Ой. Я его убил. Блин, было бы прикольно, если бы я к нему сзади запрыгнул. Он же тут вообще меня не ожидал. Я просто испугался. Я просто испугался. Ага. Да, с кайфом, спасибо. Блин, просто сидит в углу. Но это было вообще нечитаемо, если бы я на него выпрыгнул оттуда. Это было бы прям нечитаемо. Зря я хаешку начал именно подкидывать. Накидом бросать. Надо было просто так бросить и все. Я просто боялся, что она куда-то улетит. Если я ее не догрею. Штукатку еще попробую на 8000. Я на самом деле пробовал уже давно 8000.
Короче, суть в чем? 8000 очень сильно разряжает вашу мышку, если она у вас без провода. Есть проводная мышка от Razer, тоже с 8000. Вот там плюс-минус норм, но там мне форм-фактор вообще не подошел. Она такая широкая и какая-то плоская, я не знаю, это для какой-то прям супер большой ладони, хотя у меня и так большая ладошка. Вот. А тут, типа, если по беспроводу, то сильно разряжает. То есть это там буквально на пару часов хватает. Тем самым, условно говоря, ты ставишь 8000 заявленные, и ты постоянно заряжаешь, заряжаешь. Тем самым у тебя аккумулятор просто сдыхает, я не знаю, за полгода на мышке. И все, и ты идешь покупать новую мышку. Мне кажется, это такой маркетинговый ход, который на самом деле нафиг не нужен. Для онлайн-шутеров, типа выше 1000, мне кажется, подниматься вообще не резонно. Какой смысл? Игнат, покажи, как на 1000 опроса зажимаешь и на каком DPI забыл. Просто ты, кстати, будто бы лучше рекрента зажимаешь, мое мнение. Я на 1800 играю DPI сейчас. Сейчас, спасибо за полтосик. А, ну я не успеваю, короче, до сюда, да? Или успеваю? Успеваю. Так это мне надо на гору просто лететь. Я просто на гору сюда лечу, у меня X8, болтовка. Отличное настроение. Ёпа мать. Да ну нафиг. Ну зато я дроп нашел. Из плюсов. Из минусов я в какой-то жопе. Простреливаемый просто максимально. Но дроп, скорее всего, там уже забрали. Там уже нет никого. А оттуда какой-то выстрел был по этому челу. Поэтому дроп, скорее всего, уже лутанный. Возможно, чел тут? Вот он, да. Он в другом окне уже. Следующую катку на 1000, наверное, запущусь. Тут через верх его можно пробить. Ой, я по нему попал, кстати. Так, на секундочку. На-ка. И ты сейчас тоже на. Раз, два, три. Хорошо-то как прям. Тут на выше прям брать. Вот так. Он выпрыгнет, интересно, с глайдера сюда чисто. Если выпрыгнет, то это смерть для него будет. Нет, не выпрыгивает. Я не буду патроны тратить. Его на самом деле так можно выбить сзади. Но это сложно. Вот вроде патрон через него пролетает, а непонятно, нужно ближе брать, дальше брать. Это, конечно, минус. Ты никак тут не поймешь особо.
Не знаю, может все-таки съездить по этот, попробовать. Может дроп все-таки не залутал чем. Поэтому я, наверное, возьму машину, съезжу, посмотрю. Лут мне не нужен никакой. У меня и так все хорошо по луту. Даже сказал, замечательно. Мышки Аку нельзя сменить. Но ты можешь ее сделать тяжелее, а это тоже минус. Так, мне надо налево повернуть, чтобы выехать из этого говна. Да он лутанный. Только пушка, я не знаю, там забрана, да. Там, скорее всего, ФАМАС был. МК без пятерок лежала. Но в PUBG проще зажимать на 400 DPI, чем на других. Просто потому, что тут в основном нужно держать на одном уровне мышку. То есть, хоть и прицел на одном уровне держится на 400 DPI лучше, чем на 800 или выше DPI. Из-за этого, мне кажется, что в PUBG как раз-таки вот эта вот частота опроса, она делает немножко хуже. Просто потому, что у тебя прицел становится чувствительнее к микродвижениям. Тем самым, что ты не можешь просто зачастую контролировать полностью все свои микро вот эти движения. То есть ты не можешь просто взять, тянуть мышку вниз, и при этом у тебя, чтобы влево-вправо сдвигов вообще никаких не было. Да ну нет. Меня пока что этот чел не видел. Я вот так смогу сделать. Но он там в третьей каске как раз. Она ему хорошо в голову попасть. Первый. А чё у него? А у него гроза, да? Мне надо его отвлечь, вот так вот сделать. Он туда именно смотрел. Он сейчас хилится пока что будет, по-любому. Я успею еще под этот камень даже пройти. Вряд ли тут он меня быстро заспотает. Я думаю, он вернется куда-то в ангар. У меня нет флешек. Вот я угадал, ФАМАС был. Не буду брать. Не особо мне нравится ФАМАС. Чинилку бы, конечно, найти было бы замечательно. А, так у него вот такой дроп был. Вот он свою М-ку скинул. И там М-ка тоже лежала. Обычный момент.
Так, ну у меня с города, наверное, пойдут. Город не в зоне. Надо посмотреть. И надо посмотреть у этого чела, на самом деле, чинилку. Это важно. Потому что мне могут просто каску сбить, и я останусь... Вот там чел бегает. Я хочу остаться, город досмотреть. Куда этот чел сейчас пойдет? Налево куда-то, да? Он там бежал. Он в теории должен куда-то сюда бежать. Но я его не вижу. А, вот он. Ну, он сейчас по опену пойдет, я его вот тут убью. Он меня очень хорошо увидел за синей зоной. Я не знаю, я так выделяюсь, что ли? А у этого чинилки нет. Плохо. Ну ладно. Тел дроп, походу, да, залутал? А, не. А, да. Раз, два, три. Ошибку соверши. Нельзя к нему идти. Не знаю, откуда это стреляет. Сзади отход. А у меня тут зона. Его убили. Чел где-то, наверное, тут за камнем. Ладно. На него пока что пофиг. Он от кого-то отсюда прятался. У меня сейчас невыгодная позиция здесь абсолютно. Мне надо какой-то дом занять, а я не хочу пустить этого чела. Не хочу, чтобы он сюда прошел. Еще я сзади должен закрывать, по идее. Чел там к тачке не надумает бежать. Но я это тоже, по идее, увижу. Так, этот выезжает на одном колесе. Мужик. Короче, того мы проворонили, пацана. У меня еще один дроп падает на лицо. Замечательно.
Парашютист летит прямо надо мной. А мне тут нельзя стрелять, потому что меня растулят, скорее всего. Хотя поэтому, я думаю, можно. А, он в третьей броне вроде бы, да? Или что? Видите, по мне сразу просто начинают стрелять максимально. А этот какой-то лагучий или что? Теперь у меня патронов нет. Возьму МКшку, короче, наконец. Ну, как будто бы мне надо того полутать сверху. А как я это смогу сделать отсюда? А я никак отсюда, да, это не сделаю без тачки. Да. Никак наверх мне не залезть. Ну вот как он умудрился просто на эту крышу приземлиться? Так, ну у меня там зоны нет. Там оттуда должны идти люди. Потом у меня слева тут где-то внутри стрельнул. И справа еще у чела тоже нету зоны. Не знаю, у него там один мотоцикл, которого уже нет. Потом оттуда еще кто-то стреляет по мне. Увидел. В голову попал. Ой, я тут открыт, да? Он через камни побежит наверняка. Я ошибку совершил. От зоны умер. Последний остался, да? У него зоны нет. А им не можно рискнуть. У меня фулл хп. То есть он в голову получил. Да ёпа мать, что такое у меня просто? Я не попадаю почему-то с МКшки. Еле попал. То ли пуля быстро летит, то ли я просто какое-то упреждение беру дурацкое. Ну ладно, хороший топ. Хотя бы топ взяли уже. То хорошо. У нас врагов. Неплохо. С болтовки лучше получается попадать.